Поздно вечером 19 апреля на улице Скуратовской в районе остановки деревни Варваровка неустановленный на данный момент водитель сбил пожилую женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда медиков. Водитель-убийца скрылся. На момент публикации новости на месте происшествия работают эксперты. Есть вероятность, что по найденным обломкам фар и частичкам краски получится установить марку и цвет автомобиля. Внимание, если вы видели неподалеку от этого места машину с характерными для наезда на пешехода повреждениями или обладаете любой информацией о данном ДТП, просьба позвонить по телефону 02. Ваши действия помогут наказать виновного в гибели женщины. Сергей Стариков, Телетова.